Добрый день всем. Всем привет. А где Женя? Не знаю. Они, наверное, с папой поехали малину сдавать. Нет. Мы с утра на малине. Уже набрали 2 ящика. Где-то 22, наверное. 22 баночки. Девчонки с утра тут были сами. Дарина на экзамене. Я вечером сварила и утром сварила. Вот чуть-чуть уголочек у меня пригорел. Освобожусь с малины, банки простерилизую с крышками, еще раз проварю и потом уже закатаю. Ты что, видео наше смотришь? Не буду вам подходить, сами подходите. Чего вы тут ругаетесь? Время, наверное, уже все 4 часа. Мы с утра как вышли, только закончили. С утра сдали где-то 2,5 ящика. Сейчас вот Вася еще один принесет. Вообще, конечно, температура на солнце вся 40, наверное. Очень тяжело собирать. Бабшуру спрашиваю, говорю, бабшур, у тебя вся ягода пропадает, вся. Она говорит, ой, Тамарочка, никто не соглашается, ничего, никто. Дети, внуки не могут. А вот идти вот так собирать, люди не соглашаются. Ладно, мы собираем. Блин, уже закрываются люди. Я Вася говорила, блин, опоздаешь. Кстати, Дарина у нас тоже давно приехала. Довольная такая, она говорит. Все сдала, все она. Уверена она такая, что она написала. Я говорю, ну ладно, слава богу. Все. Все пособирали. Ну все, уже все разъезжаются, а мы только, блин, это. Дарина тоже говорю, Дарин, пойдешь на малину? Ой, как я и думала, время без 24. Я первым делом в душ. Потом все-таки я полчаса отдохну, приготовлю ужин, и только потом я займусь вареньем. Потому что нужно банки стерилизовать, крышки стерилизовать. В общем, сначала душ, ужин и потом только варенье. Санечка, ты собрала уже пазлы свои, да? Нет. Не хватает? Да, некоторых не хватает. Тишко подъем. Теперь, девчонки, видите, что занялись творчеством. Я рисую тут... такой карты. Ага, как у Жени, да? Женя рисовала? Да. А сейчас Женя рисует город. Да, ну, я покажу. Многоэтажные дома. Угу. Это Краснодар. Краснодар? А что не Красноярск? Я хотела сначала на Красноярск, но решила Краснодар, потому что мы переехали. Ну ладно. И магазин здесь даже есть. А там уезжаешь в это, в Усть-Лабинск. Вот туда. Вот сюда. Дорога еще будет, я не рисую. Много еще чего я тут покажу. А Санечка, это шкатулка какая-то, решил ее раскрасить. Девочки раскрашивали ее тоже. Вот Женя раскрашивала. Ну, все, рисуйте, молодцы. Жарко еще на улице, примерно, наверное, на солнце. Вообще, говорю, плюс 40, наверное. Поэтому пока дома. Тома, где опять твоя прическа? Иди волосы собери. Не мамкой. Собери волосы. Ой, точно. Дима внученьку нам привез. Девчонки, слышу. Ой, убирай все, убирай, убирай. Я думаю, ну, значит, точно приехала. Гроза района. Ты, гроза района, приехала, девчонки, там все. Бегом, бегом, все убирай. Пошли давай. Девчонки ждут тебя там, а? Деловуха мелкая. Куда пошла? Не уснула по дороге? Спала у тебя днем? Нет, вообще не спала. Она в 7 утра встала. И не спала? А, ни в какую. Что за отец такой? Набить тебя надо. Да. Софья, что за отец кази такой? Пойдем. Так она у тебя уснет в 6 вечера. Да она не это. Не хотела вообще спать. Не знаю, что. Иди чай попей. Там отец на кухне. Да, уже дядя Виталий пойдешь. Ну,
Иди. Не надо ей подгузник одевать. Иди, иди, иди. Иди, папа, ой, как с бабочкой будешь, с бабочкой. Будешь с бабочкой? Иди, моя девочка. Вот так. Гав-гав там, да? Собака там. Напугаешься сейчас? Громко лает? Нет, не боишься? Не боишься? Ну, пойдем, пойдем. Ой, завтра. Мы сегодня малину на 6 тысяч сдали, но мы все прошли, все. Завтра выходной. Поэтому Вася завтра будет бассейном заниматься. Нужно аппарат такой в аренду взять. Сегодня уже не будет, папка. Завтра с утра будет весь день бассейном заниматься. Поэтому топчите пока. Папка тут сказал топтать. Они вчера тут топтали, топтали. Да, дочи? Молодцы. Кстати, Настя звонила, говорит, там Алина едет. Вроде как дня на 3-4. О, как ей весело. Как ей весело. А куда она, мам, Алинка едет? Алина, ну, к нам едет. Сегодня она приедет уже? Ну, завтра, наверное. Она у Насти пока. Насте там ей что-то надо. Может, поболтать или что. Кстати, у Бабшуры вот таких несколько растет. Потом посмотрим, что это Вася не стал пока убирать. Вот видите, цветок какой. Как будто вот сдалека, как будто аж фиолетовый. А он такой светло-светло-розовый. А сдалека прям фиолетовый. Роза такая. Тома, иди, иди, нормальные тапки. Это Даринины. Это мои. А, твои? Ничего себе, какой огромный. У тебя обувь какая огромная. Точно твои. Че кашляешь еще? Че кашляешь? Все, топчите, топчите. Завтра папка уже закончит, папка, и завтра уже бассейн установит. И завтра уже будем купаться. Ну, сегодня никак. Видишь, малину надо. И завтра уже будем купаться? Нет, надо, чтобы вода нагрелась. Ну, послезавтра. Надеюсь. Ну, тут, видите, тенечек. Ну, мы эту купили, чехол сверху. И мы купили еще. Угу. Ну, куда ты ведешь меня? Куда? Туда? Подвал нельзя. Нет. Как кашляет, а? Как кашляет? Это мне. Мама, ты больше фрикаделек нету? Нет, фрикаделек нету больше. Томке досталось до Софийки. По поводу, я чу камеру-то взяла. В прошлый раз я ложку Софийки переложила в правую руку. Она конкретная правша. Там от левши нет совершенно ничего. Я знаю, что такое левша. У нас папа левша, но пишет правой, потому что его переучили. У нас Алина левша. Никого я не переучиваю. Если я вижу, что левша, я вообще не трогаю. У нас Алина левша. Она ничего правой делать не может. А Софийка, она правша. Поэтому, что ей неудобно есть лево, я и ложку переложила в правую ручку. И никого я не переучиваю. Я вот это заявляю. Ну, потому что я знаю, что такое левша. У нас Алина левша, она все делает левой рукой. Остальные правши. И папа левша. А почему он пишет правой? Ну, потому что ему руку завязывали и заставляли писать по 3 тетради в день. Он очень красиво пишет правой рукой. Хотя левша, он все делает левой. Даже кушает? Нет. Да, да. Он работает левой, он кушает правой, левой. Да, правой он папа пишет. Папа кушает вот этой. Ну, когда как. Ну, вообще он левша конкретно. А заставляли писать, и он пишет, я говорю, очень красиво правой рукой. Потому что его мучили в детстве очень сильно. А почему? Ну, не разрешалось раньше. А вот Алина у нас левша, никто ей слова не говорил. Она все делает левой. Блин, ничего, ничего мы ее не мучили никогда. Хочешь левой ешь, хочешь правой. Но она ела левой всегда. Она все делает левой. Ты ее правой. Вот именно. А Софийка у нас правша. Здравствуйте.
Второй класс. Ой, Софийка, я даже не успела ужин приготовить. Но у нас еще там суп остался. Саша, ты макарон доела, да? Да. Ну ладно, кто захочет суп поесть. А я бы вот, знаете, прям роллтон поела. У меня есть сыр и вот роллтон с сыром. Вот такой. С ветчиной. Никак она, ну никак, Софийка, не приготовит ничего. С вареньем-то кое-как разобралась. Теперь вот надо отмыть это все. Видите, чуть-чуть пригорело. Потому что варенье-то долго варится. Это ж не малина. Вот это вот все надо сейчас отмыть. И вот не знаю, куда вот у меня пенку снимала. Я малину вы это съели, девчонки, а это вот стоит. Может, что-то испечь завтра, не знаю. Куда ты лезешь, скажи мне? Ты сейчас упадешь. А? Че, ма, упадешь? Софи! Ой, все равно залезла. Залезла все равно. Мам, говорит, мам! Все, Дима закончил. Там стоят, разговаривают. Там Вася, нет, Дима там разговаривает. Сейчас уж я домой поел. Ой. Дорогие наши зрители, купили мы себе самую замечательную забаву, да, во все времена. Я выиграла с Дариной. Я первая. Молодцы! Завтра мы на малину не пойдем, завтра будем мелочь собирать деньги. Да, и с Алиной играть. Да, завтра Алина должна приехать. В общем, все завтра. На деньги будем играть? Да. Опять всей семьей. Семьей как раз позавтракали. Ой, прямо молодцы. У нас прям мне готовить тут надо. Семь, папка семь, бассейн семь. Устанавливать. Ну, когда Алина приедет, вечером. Да, вечером может быть. Давай еще раз. Мама, может пельмени сделать? Я и папа говорим до 10. Нет, только не пельмени. Пельмени долго делать, быстро едятся. Мама, а ронтон можно есть плавным сыром, это очень вкусно. Я знаю, мы сегодня с папкой ели. Я тут девочки повторила за ними, попробовала это очень. Я тебе сказала. Теперь говорим числа. Так, дорогие мои, давайте, подождите, девчонки, давайте попрощаемся, я пойду видео сделаю и лягу спать. Я капец как устала. Нет, давайте до 15. Все, всем пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Колокольчик внизу, подписывайтесь. Нет, 15.